Всем привет! Добро пожаловать на канал Евгеймер. Сегодня у нас новая распаковочка. Я подготовила вот такую вот новиночку с холодным сердцем. Скоро выйдет в кинотеатрах вторая часть этого мультика. Ну а мы пока что посмотрим персонажей первого сезона. Давайте выберем отсюда три конвертика. Прошлая наша новиночка Шопкинсы. Не буду показывать всю коробку, я просто взяла несколько сюрпризиков. Выберем из них три пакетика. РЖД возьмем один пакетик. Амнямчиков двух. Два пакетика из мини-ленты. Два сока. Один киндер. Два выстрела для наших пиратиков. Одного прилипалу и одного котика. Мы с вами выбрали все конвертики. Можем переходить к распаковочке. На столе появился каталог, а это значит, что мы можем приступать к нашей распаковочке. Первая коллекция у нас РЖД. Посмотрим, что нам попалось сегодня. И нам попадается вот такой вот миленький жирафик под номером 6. Давайте посадим его на место. Идем дальше. Следующая коллекция — «Морской бой». Моя любимая коллекция. Так. Зеленая команда стреляет Г1 и промахивается. Оранжевая команда стреляет А3 и тоже не попадает. Переходим к следующему конверту. Достаем выстрел зеленой команды. И они стреляют D5. И это снова промах. Попадет ли сегодня оранжевая команда? Они стреляют G3. И наконец-таки они потопили трехпалубный корабль зеленой команды. Ну а мы идем дальше. Следующая коллекция — это мини-лента. Мы взяли два конвертика. Посмотрим, что у них. И в первом конвертике нам попадается творожок. Он у нас уже был под номером 11. В конце видео уберем его в конверт для повторок. Во втором конверте у нас вот такой вот чаечек под номером 6. Ну а мы идем дальше. Следующая коллекция у нас — сок. В конвертике с ананасиком нам попадается вот такой вот любимый яблочный сок. А во втором конвертике у нас сок Я, ананасовый. Киндер мы взяли сегодня всего лишь один сюрпризик. Посмотрим, что нам попадется. Thank you.
И это вот такой вот милый миньончик. И миньоны вырываются вперед. Теперь у нас целых 5 миньончиков. Следующая коллекция у нас уже заполнена. Это у нас коллекция Стражи Арктики. Вы уже ходили на этот мультик? Понравился он вам? Напишите мне об этом. Переходим дальше. Это веселые прилипалы. И нам попадается Нехочуха. Вот такой вот бледненький, зелененький прилипака. Хочешь, не хочешь, но мы тебя приклеим в наш каталожик. Давайте про него прочитаем. Сделай уроки. Не хочу. Ешь суп. Не хочу. Эта нехочушка залез тебе в ухо и заставляет от всего отказываться. Это мы положим в конверт с повторочками. А мы идем дальше. И следующая коллекция у нас ам-ням. Берем наши конвертики. Ам-нямчик, ты где? Вот ты куда спрятался. И под номером 20 у нас вот такой вот влюбленный ам-нямчик. Или это очки, сердечки? Как вы думаете, ребята? Вот такой влюбленыш отправляется на свое место. А мы открываем второй конвертик. Нам попадается повторочка. Вот такой вот милый ам-нямчик. Отложим его в стороночку, а в конце видео уберем конверт для повторочек. Следующая коллекция. Я люблю котиков. Что же нам попадется на этот раз? Какая красивая белая кошечка. Как зовут ее, я не скажу. Хочу, чтобы вы об этом написали в комментариях вы. Мультик называется «Коты аристократы». Это милая кошечка под номером 5 в нашей коллекции. Теперь наша огромная коллекция с Шопкинсами. Мы выбрали целых 3 конвертика. Что же это такое? Под номером 1115. Красота и здоровье. Наверное, это какой-то шампунь. В следующем конвертике попадается вот такой, я так понимаю, чизкейк с веселым названием «Чизкейт», номер 43. И это у нас кондитерские изделия. В третьем конвертике у нас вот такое интересное, наверное, это мыло. Ну и наша новенькая коллекция «Холодное сердце». Давайте посмотрим, как я оформила странички. Вот так вот оно выглядит. Посмотрим, что же нам сегодня попадется. И это Ханс. Под номером 12. Что же у нас здесь есть еще? Ого,
Ого, такой огромный олень, который даже не поместился в конверте. Это же Свен. Под номером 9. Можно было даже не посмотреть, а определить его по контуру. Аккуратно приклеим его на его место. И посмотрим, что же у нас в третьем пакетике. Нам попадаются тролли под номером 6. Вот такая новиночка. Переходим в начало каталога, чтобы убрать наши повторочки и вкладыши от нашей прилипалы. Вот такой вот амнямчик отправляется в конвертик. Нехочуха. И творожок из коллекции мини-лента. Ну а на этом все. Спасибо, ребята, большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите меня в новом видео. Пока-пока!